И вот он, долгожданный тот самый момент, когда я вывел свой мопед Альфа на улицу. На градуснике минус 2 градуса мороза. Сегодня 14 марта. И я снимаю видео для своих друзей, для своих смотрителей. Вот мой мопед Альфа. В принципе, за зиму он не изменился. Но я купил вот сюда такой вот ветровик. Вот тут все. Правда, на хомутах. Он у меня тут на честном добром слове держится. Ну да ладно, короче, передний тросик сломался, когда в аварию попадал. Ехал с другом на своем мопеде и врезался. Нечаянно. Ну, короче, ограда была старая, и я в нее врезался с другом. Ну, ночью не заметил, свет был плохой. Вот свет был плохой вот от этой фары. Кстати, я, видите, покрасил. Она вся блестит. Она красивая. Красил вот такой краской, замечательной. Очень мне нравится. А вот это что, от фара то осталось, короче. Вот я склеил, у меня все. Купил линзу. То есть вот это вот стекло. И это вот она собирающая в точку. Но потом я купил в такой упаковке фар была. Вот она, кстати, это фара. Здесь линза распыляющая. Замечательный свет. Ну да ладно, давайте все-таки попробуем его завести. Ну вот, что так смотрится. Одно зеркало, уже мутная вся. Такая солярка смазал. Стоп. С другой стороны, на серебряное пыль не разлетел. Заводим, вот. Все, вот там сгорелся габарит. Вот здесь оборудование. Я, короче, покумекал и сделал так, чтобы у меня свет был только лишь от генератора. То есть, вот смотрите, включая дальний, вот он загорается. Вот, видите? Вот. Будет еще сегодня вечер, я сниму видео. Ну, это сапар. Все, в принципе, отлично работает. Сейчас надо. Чтобы включить мопед, надо завести. Третья скорость. Вот печаль то, что на четвертой скорости у меня не горят обороты. Единственный минус походу этого мопеда. Спидометр 1 к 2. Блин. Спасибо за просмотр, до свидания. Вы как знаете?